Вахтовики из Татарстана попали в крупное ДТП на Ямале. На 77-м километре автодороги Новый Уренгой-Ямбург столкнулись НИФАС, перевозивший рабочих, и МАЗ. В результате серьезной аварии пострадали 17 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Всех на вертолете госпитализировали в городскую больницу Нового Уренгоя. По данным местных СМИ, травмы получили жители Татарстана, Башкортостана, Саратовской области и Тюмени. Для работы с жертвами происшествия направлен психолог МЧС России. Сейчас открыта горячая линия по номеру, указанному на экране.